Известный футболист пытается наладить отношения с прежней семьей. Телеведущая Юлия Барановская не раз признавалась, что ее бывший муж Андрей Аршавин не уделяет внимания их общим детям. По ее словам, он не видел их несколько лет. Не так давно футболист повесил бутсы на гвоздь. Кроме того, он развелся с прежней супругой Алисой Казьминой, и у него появилось больше свободного времени. Сейчас футболист старается наладить ранее сожженные мосты. Он активно общается со своими детьми от Барановской. Больше по теме Андрей Аршавин признался, что в одиночестве встретил Новый год. Известный футболист не так давно развелся с женой Алисой. На своей страничке в социальной сети Instagram Аршавин разместил снимок, на котором он в обществе сыновей и дочери. Вместе с детьми он прошел квест по мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе. Интересно, что на участие в квесте действуют возрастные ограничения. До 14 лет его нельзя посещать детям без взрослых. От 8 лет можно быть с родителями. Правда, младшему сыну Аршавина всего 5 лет. Я рада за детей Андрея. Видно же, что и дети очень любят отца. Да и отец их любит. Они же копия отца. Так переживал, что детей не видел и не хотел видеть. Младшего, если что, он с рождения не видел. Алименты он по закону должен платить, он начал общаться с детьми. Что с ним случилось? Заметили в комментариях пользователи.